все, пошло. Пошло. Там же не будет видно, а мы только один угол будем видеть. Должен быть один командир. Ну, Владик, возьми, пожалуйста. Возьми! Получилось это, когда мы узнаем обратную связь. Yeah.
как приехать? Thank you.
Близко можно, близко можно. Сейчас. О, стекло, стоп! Стекло в границе! Стекло в границе. Стекло в границе. Все, готовы? Стекло, стой. Отойдите. Ты стои, замри, пожалуйста. Там все и спрячься. О, его уже видно, чтобы вы понимали. Все. Там все слышно. Давай, на разводку. Поехали, да ты закрыл всю камеру. Поднялись наверх. Все нормально. Нас никто теперь не смотрит. Не все видят. А уже никто не смотрит. Нет, все смотрят. А там написано сколько? Они, пацаны же. Это на YouTube? Нет. Фолбол. Так, все базы пустые. Ваня питчер, Андрюша кетчер. Смотрим. Ребята, у нас смена. Ой, Ванечка, Ванечка, ты не должен падать. У нас смена, Ваня Крут три аута нарисовал. Сейчас будем нападать. Это очень-очень важно. Ребята вдохновились. Молодцы, давайте, ребята! Ваня! Ваня, ты звезда, молодец! Первый беттер Соня. Поехали, я. Ровно.
Еще! Ой, у нас... У нас Соня молодец, ударила хит, но не успела добежать до базы. Сорян. Соня молодец! Донатас на бите. Ваня снова бьет. Ванечка, давай. Молодец! Нет, не очень. Увы, флай. Флай аут. Ситуация такова. Ваня ударил, был флай аут. Донатас сбежал со второй, но успел вернуться. Вторую базу мы сохранили. Ура! Два аута. Дима ударил. Ай-яй-яй. Все, смена. Дима ударил, не добежал до первой базы. Третий аут, смена. Защищаемся. Дай-ка, где твой iPad? Дай посмотри, чтобы не потерялся, дай-ка. Что? Чтобы iPad не потерялся. Что, что? Где твой планшет? Где твой планшет, Ванечка? Ваня, питчер. Бол. Юля, спасибо за фидбэк. Ваня питчер, Андрей кетчер. Ай. Ай-яй-яй.
был хит, игрок на первой базе бежит на вторую, наши ловят мяч, словили. Игрок на второй базе, ищи там на моей курточке, Вань. Третью базу, но сделали с нам сейв. Фу на них. Бейсбол, игрок на первой базе, полный квадрат. У нас ауты есть, Андрей? Аутов нет еще? Я не смотрел. Все, первый аут. Видимо, первый страйк-аут есть. Квадрат. Ура! Второй страйкаут сделал Ванечка. Второй писал. Игрок маленький, трудно попасть в страйк-зону. Два бола. Полный квадрат. Будет бейсбол, будет очко. Yeah.
Вань, ну ты попал. У нас есть видеотрансляция. Не-не, подожди, я пишу здесь сейчас, пишу, Зайка, сейчас. Спорим, недовольны, неправильно, реально был страйк, можно посмотреть на видео. Опять полный квадрат, очко занесли болельщики, уже 3-3, по идее. Все, третий страйкаут. Ваня, молодец! Три аута, смена. Андрей, Андрей, все, судья, ничего уже не сделаешь. Там Юрич, это не я, мы между собой зрители. Смотрим в сторону судьи. Можно даже кричать, судьи на мрёну, это только наше мнение. Больше не только на мрёну. Да. А мы туда не вмешиваемся. Андрей, посмотри, 3-3 счет. Влад! Влад! Влад, счет 3-3. 3-3. Они же очко занесли, когда был полный квадрат. Начинаем нападать. Влад Гуменюк на бите. Не, Вань, тут наоборот надо хомран выбивай. Влад, давай хомран выбивай. Перечо ударили. Что хит бай бич, что не хит бай бич. Никого не было. Так ты скажи, тебя ударили, тебя два раза уже ударили. Ударили раз, первый раз перечил. Хит бай пич два раза, и он не считается. Справедливо состраживала. Влад, молодец! Так, кто у нас? Кто на бите? Кто на бите? Хит бай бич, Андрюша. Андрей, тебя ударили? Молодец, Ваня. Влад на первой ждет вторую. Тебе не холодно, Вань? Ай-яй-яй! Да! Сей! Сейчас, секунду. Нет. Это не Лёня. Глеб, Глеб, это Глеб, Глеб. Глеб бьет. Что, Ваня? Это Глеб. Ай-яй-яй. Глеб, давай!
знакомый. Так, два аута у нас. Платон. Я поняла. Нет, это просто неправильно листики стоят. Они не двигаются. Ну, в смысле, они раскрываются. Листики не закреплены. Это как книжечка. 3-3. У нас что, у нас аут на третьей базе? А успел добежать Влад или нет? Влад успел добежать? Увы, друзья, у нас третий аут. На третьей базе Владик не смог добежать. И либо добежал, но не засчитали. У нас такое тоже бывает. Счет по-прежнему 3-3. Защите. Питчер неизменный Иван. Андрей у нас кетчер. Тоже неизменный. Первая база Дима Титарчук. А, вторая. Платон или Донатос. И третья у нас Влад Гумин. Страйк, Ваня. Ванюша сделала два страйкаута. Ой, один страйкаут.
Нападаем. А можешь это... Сейчас я вам это покажу, извините, я уберу. Андрей, ну стрим идет! Андрей! У нас просто нет шансов не победить. Сейчас, извините, сейчас я буду. Платон бьет. Страйкбол. Платон молодец, видишь мячик. Ничего. Первый аут. Пятнадцатый номер. Бьет 15 номер, скажу позже, кто это. Тимур бьет. Тимур, молодец! Тимур, хорошо видишь мячик! Сам думай, молодец! Второй аут. Выходит на биту Рома. Сейчас Рома всех порвет. Рома, давай! Молодец, умница, Больчик! Хорошо! Молодец, Ромочка! Не было свин! Переносов ж не было битвы! Трудно дается судьями игра. Молодец, Рома! Молодец! Ура! Рома добежал до первой, бейсинг-бол. Доната сбьет. Высокий бол. Да надо, ты так найдешь, давай! Низкий бол. Молодец! А что, нельзя наступить? Можно, но не успел. Ну почему? Я все хорошо вижу. Увы, третий аут. Это смена, конец игры и ничья. Ничья? Как ничья? 3-3. Как 4-3?
3-3. Никто не заносил. Так что 4. Ничья, Виктория Александровна. 3-3. Ну, хоть как-то. Друзья, 3-3, ничья, мы отключаемся. Сейчас будет открытие, будет красиво. Мы вам сделаем фото и видео. Владик, отключай, пожалуйста. Влад. Это нужно отключать, нужно экономить или пусть спашет. Украина, молодцы! Это по Wi-Fi, да? Да. Окей, что, ну, на следующую игру, да, снимем?